Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Давайте. Приехали, да? Это Мексика. Мистер Трэвис. Надеюсь, это что-то важное. Вы знаете, что... Сочту за честь, мистер Ти. О, да. Вот так. Подъем, сучки. Собирайтесь, звонил босс. Монашки, да? Шанс убить легенду. Монашки. На бардачке. Фабрика смерти. Входите в исследовательский центр Dexter Industries, где ведущие научные умы и высокие технологии делают невозможное возможным. Dexter Industries. Здесь творят чудеса. Входите в исследовательский центр Dexter Industries, где ведущие научные умы... Так. Так. Так, а что мне надо сделать-то? Заполучить украденные материалы. Так, я не вот так. Да тихо ты. Так. Где это у меня? Все, так, украдены документы. Кто здесь? Элис, это ты? Стоп. Да нет. Подожди, а мне что надо сделать-то? Ты прав. Здесь лаборатория внизу. Я видел девушку. Симпатичная, ржевато-коричневые волосы. Они проводили эксперимент. Эшпорт, Валентайн и Грин. Я сделал прогресс. Они... Элли, ты еще здесь? Зачем? Ты мне не нужен? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И что это, интересно, начинается? Что-то за сирена? Опять что-то отравливают. А, там это Splinter Cell был травили, а здесь Hitman. Всем внимание! Подготовка к тестовому прогону! Всем покинуть минное поле! До выпуска тестовых объектов 5, 4, 3, 2, 1, выпускаю! Шашлык. Еще смеется, придурок. Так. Здесь что у меня? Доступ к центру испытаний. Ликвидируйте доктора Грина. Отключите сердце Dexter Industries. Прекрасно. Боже, значит, я вообще мальчик уравновешенный. Этот доктор Грин придушил этого козла. База проблем
Так. Что-то я упустил. Ключ, карта. Шутки кончились. Двинешься. Не двигайся. Я тебе крылья, я стреляю. Ой, не давай. Ну, не делай ничего, о чем можешь пожалеть. Хорошо. Что там? Кто еще есть? Беги. Беги, беги, беги. Сзади, хорошо. Давай. Ну, выходи. Вот так. Сейчас будем остальных докторишек также выпытывать. Он развалился в воздухе. Он меняет позицию. Так. Где ты? Куда он пошел? Вижу. Вот так вот. Так. Мне еще нужен один пистолет. Так. Давай, давай, давай. Все-то меня видели. Нет. Мы еще не закончили. Давай. У нас все по-простому. Уже. Так. Нужна помощь. Вот так. Ладно. Вот так. И да потерял.
Так... Объект обнаружен! Объект обнаружен! Ай-яй-яй. Его нет. Давай. Мне нужна помощь. Я вас всех перебью, падла. Что-то не очень-то помогло, да? Похоже, у нас проблема. Прочешите периметр. О, господи. Труп. Охрана! Охрана у нас от... Так. Парни, поднимаем задницы. У нас тут проблема. Где ты? Где ты? Ну давай. Что осталось у меня? Я уже близко. Отключи систему защиты. Система защиты где-то внизу, как я понимаю. Так. Так, отключить. Патроны, подождите. Патроны. Давай. Вниз. Смогу ли я там где-то спрятаться? Нет? Ой, спрятаться, спуститься, спрятаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. На. Ну все, вроде бы даже отлично прошло. Я бы сказал, на ура. У Стивена новый уровень допуска. Теперь он может попасть в башню. А, правда? И ты... Я его знаю. Так. Молчит, как партизан. Здесь прошли. Знаешь что? Я не знаю, куда попали. Понятия не имею. Слышал что-то важное. Подожди, а что мне надо-то? Найдите вход в башню, отключите систему защиты. Понятненько. Давай. Я сказал, что-то важное. Вот это круто, сэр. Так. Да, это будет кровавое зрелище, уж точно. Ты что ты говоришь? Они подвое, блин, везде. Давай. Что случилось? Давай. Попробуй починить, а? Иначе я в этом костюме тут живьем казать.
Так. Ладно, погоди. Он похож на... Да нет, не может быть. Видел? Это было жестко. Так. Для вашего же блага. Уходите откуда... Куда это ты собрался в такой... Еще встали ему поможет. Да, блин. Блин. Ладно, сейчас мы тогда немножко по-другому оценим все дело. Смотрите, не упустите его. Отду. База, круто. Двейн. Давай. По звуку огромный. Спокойствие, только спокойствие. Я все сделаю. Думает, он меня перехитрит. Падла. Так. Да тихо ты. Так, а что мне здесь надо-то? Ой, сообщай. Так, аптечка. Блин. Вообще не так, ладно. Давай еще. Ребята! Еще. Блин, где откуда-то оттуда стреляют. Так. Так. Да. Переоделась. О.
Еще не в того, да, переоделся-то? Так. Я тебя раскусил, парень. Руки вверх. Давай. Два раза. Все? Давай. Вышел. Так. Ой, помню, здесь вот старался кого-то. Сейчас же я. Буду прям сама аккуратность. Два раза. Сюда. Отвертка на кальян сменить. О, черт! Что за нафиг? Да подожди. Эй, ты что делаешь? Вот так. Так. Нет, видимо, внизу где-то что-то. Сюда, говорю! Еще. Пока нормально иду. Ладно. Кто еще там остался? Вот так вот. Еще кто-то есть? Так.
Ага, тут можно как-то пушку было подрегулировать. Тут пусто. Вот так. Господи. Мы так и будем бегать, прыгать. Твою мать. Что-то здесь не так, здесь все не так. Я сохраниться из-за вас, тварей, не могу. Блин. Данное прохождение сохраняется только для текущей игры. О, контрольная точка активирована, все. Уйди. Вы мне не нужны. Что у нас здесь? Отвертку на шприц. Опа, цель-то убежала, наверное. Так. Что, уничтожьте исследование? Понятненько. Ну, давайте смотреть тогда. Уничтожить исследование, это мы всегда за. Вызвать мост. Что за строение такие? Кто тут строит? Так. Мало ли кто за мной хочет прийти. Давай. По-быстрому уничтожаю. На первый взгляд субъект обычная девочка подарится. Обычный. Далее. Так, лишнее убийство. Уа-а-а. Тут лишнее убийство. Ну, нормально, маньячина. Продолжим. Вы готовы к бою? Готово. Вам весело? Очень. Сегодня мы приготовили для вас финальное сражение. Наш любимый монстр Санчес против городского пижона Патриота. Ну, скоро мы все увидим. Ну, Санчес, конечно, вы Санчес. Вы готовы? Кто же еще-то? Начинаем бой! Индехо! Ночь состязаний. Так. Все понятно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Скажи, что ты шутишь.
Ну ладно, что там еще? Мой магнитный пропуск. Он был здесь. Он точно был при мне. Да, чувак, как знакомо. Сам свой в прошлой неделе. Так. Давай, поднимайся, поднимайся. Так, берем. Трупы прятать опять, да? Так. Сейчас мы. Так. О, улика какая-то. Избавиться. Ничего не поменялось, да? Ой. База, ничего особенного. Ура! Свернули. Вот так вот. На. Пойдем. Теперь-то хоть ты знаешь, кто я такой? Вот так вот. Опа. А мне вообще их надо убивать? У кого-то ключ должен быть. Нет, будешь так делать, Санчес тебя массой задавит. Цель все больше. Бей сильно и быстро, бей его в лицо. Смотреть там не на что, но полагаю, это его самое слабое место. Бум. Давай, не отключай. Так, вроде все тихо. Так, гражданские не пострадали. Все нормально. Понятненько. То есть я должен был в патриота переодеться. Блин, а где эта карточка может быть-то?
делишки, парень. Так, ладно. О, ключ-карту взял. Вот она, наверное, открывает. Так. Ну да. Ага. Так. Смотрим. Все отменить? У нас тут много клиентов, которые платят. Я защищаю ваши интересы. Не беспокойтесь. Она сидит у шерифа Скарки в подвале, и никто не попадет туда без его разрешения. Я заберу ее сразу после боя. Понял? Больше глаз с нее не спущу. Все понятненько. Так, выглядываю. Чудовищный Санчес! И городской пижон Патриот! Сейчас мы этого патриота. Провалено, ладно. Сбежал. Он же, оказывается, может сбежать еще. Теперь его как-то подстрелить надо. Давай, наверх. Ну-ка. Итак. Давай.
Мы убежим. Натихай. Так. Кто-то, короче, против кого-то пришел воюет. Так. Так. Тихо. Блин. Завалили, ладно. Туда, значит. Тащим. Так. Вот, блин. И этого говно еще тащить туда. Да ёб твою мать. Тащи. Так, смотрим, какие-то винты, да, можем подкрутить или что? Нет, ничего мы здесь пока не можем сделать. Хорошо, ладно.
Так. Вау. Да сбежал он. Кто там? Блин, не тот. Где вы? Так. Вы у выхода. Ну-ка, вот сейчас вроде бы можно. Вот так вот. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!